Ну что ж, привет всем зрителям, а также подписчикам моего канала, с вами Михаша. И сегодня, ребятки, мы обновили чит на Копатель онлайн версии 5. Вот полностью его изменили, как видите. Также добавили новые функции, телепорт к флагу. И как это работает? То есть вам нужно набрать команду. Просто сейчас никто не играет, я не смогу вам показать. Вам нужно набрать команду и... три человека, и после чего юзать данный чит, то есть телепортируетесь автоматически к флагу и таким образом набиваете себе опыт и монеты. Так что вот такая вот фишка, ребята. Так, ну что ж, вот это первая страница, здесь телепорты, вторая страница обмена и админка и смена ника, также есть изменение цветного имени и карты. Также взлом игроков по ID. Я вам показывал в своем предыдущем видеообзоре, там где я взламываю любого игрока по ID. Вот здесь нажимаете на эту кнопочку и качаете вот этот замечательный чит. Так, сейчас откроется у меня вкладочка. То есть качаете данную программку и взламываете любого противника, не знаю, там. Так. Вот. Чит-накопатель онлайн, взлом игроков по ID. Так, ну и что ж, дальше у нас идет война и строительство. Сегодня вам покажу некоторые функции. Так что давайте зайдем сразу же на карту в режиме строительства. Вот, если вы смогли заметить, сколько у меня монет и кристаллов, это, ребята, все реально, никакой не фейк. Это через программку взлом игроков по ID. Это аккаунт одного из руководителей игры Копатель онлайн. Он взломанный. Точнее, я его взломал, и вот у него столько на балансе монет и кристаллов. Да, что еще хочу сказать, скоро будут новые читы на Warmix, на Contra City, на Contra Quartz, так что ставьте пальцы вверх и ждите. Так. Вот у него также доступны все формы блоков и так далее. Ладно. Так, ну что ж, давайте проверим полет. Активируем, проверяем. Зацените, полет очень круто работает. Так, длинный прыжок активируем. Проверяем. Да, круто, зацените, как работает длинный прыжок. Оп. Очень круто все. Следующая функция — высокий прыжок. Ставим два блока вот так вот. Давайте вот так вот сделаем. Как видите, прыгаем мы выше двух блоков, не можем запрыгнуть. Ну блин, это как бы взломанный копатель, так что здесь все возможно. Так, и проверяем. Оп, зацените. Да. Все круто работает. Так, быстрый бег. Активируем. Проверяем, зацените. Все работает. Так, антилава, антилава. Нам нужно поставить блок из лавы. Так вот ставим. Так, как видите, лава нас обжигает. Активируем функцию антилава. Проверяем. Видите, лава нам вообще никакого вреда не наносит. Так, следующая функция — ходить сквозь стены. Активируем. Давайте проверим, как работает.
поставим стену какую-то из блока. Так, построим вот так вот и попробуем пройти. Да, вот круто все, да? С легкостью проходим сквозь любые стены, препятствия и так далее. Так, длинная кирка. Проверяем. Вот, зацените. Длинная кирка отлично работает. Круто все. Круто все работает. Вот, посмотрите. Так, следующая функция — размножение вещей. Ну, это как бы, то есть, вот смотрите, заходите в инвентарь. Так, инвентарь, где у нас здесь, это магазин. Вот вещи наши. Давайте вот поставим, как видите, у меня есть 10 черных кошек. Это новые кошки, которые появились. Вот сейчас у меня осталось их 9. Активируем данную функцию. Для активации данной функции вам нужно переместить любую вещь на карте. Хорошо. Перемещаем кошку. Окей. И сейчас берем данную кошку. И смотрите. Умножаем ее в раз 10. Вот ко мне кто-то наш зашел. Вот. Умножаем кошек. После чего просто сохраняетесь. И эти кошки у вас там, не знаю, любая вещь, кошки, собаки, либо что-то еще будет доступно навсегда. Так, и давайте что-нибудь из вот, так, вот таких вот вещей умножим. Вот. Все работает. Так, бесконечные вещи, ну это... тоже как бы похожая функция. Так, для активации поставьте любую вещь из инвентаря на карту. Дальше вы можете ставить все вещи, они восстановляются после обновления страницы. Так, ну, то есть из инвентаря ставим любую вещь на карту. После чего, когда, допустим, вот выставляем все вещи, вот две у меня есть, одна. После чего, когда обновляете страницу, сохраняетесь и обновляете страницу, то они у вас здесь также будут доступны. Вот три эти щиты или как их там. Здесь они будут на карте, но все равно же останутся у вас в инвентаре. Так, ну что ж. Строительство, думаю, здесь что еще показывать. Это как украсть топ-карту, это нам не нужно. Так, сохраняем. Выходим. И перейдем к режиме война. Покажу вам там некоторые функции еще и будем заканчивать наш видеообзорчик. Так, список серверов находим. Так, ну давайте зайдем куда-нибудь. Режим война. Вот сюда вот зайдем. И сейчас проверим. Оружие активируем, бессмертие и так далее. Как видите, чит просто замечательный. Так что, ребята, жду огромное количество лайков под данным видеообзором. Также есть, здесь есть функция спам в чате. То есть вводите любое сообщение и начинаете спамить его чате. Вот, давайте вот так вот сделаем. Лень Юнити закрошил, но такое иногда случается. Так, мой видеообзор получится очень большой, но ничего. Так, давайте зайдем вот в режим война.
Ну вот, короче, ребятки, я зашел уже, но вообще здесь никто не играет. Покажу вам оружие, так по-быстренькому активируем. Блин, нужно взять стандартный пистолет. Так, и вот все оружие, зацените. Выбираем базуку. Блин, ну почему-то не работает. Не знаю. Ну, вообще никого нету на карте, так что не смогу вам показать. Ну, вот оружие. Прострел сквозь стены. Вот, смотрите. Простреливаем сквозь разные текстурки. Так, патроны вот у меня заканчиваются. Активируем. И зацените, у нас бесконечные патроны. Так, это рушить кубы с одной пули, ну, у нас кубы не разрушаемые, так что это невозможно. Так, это SP name, то есть подсветка ников, антиотдача, вот, активная. Фантом, то есть у вас где-нибудь укрываетесь в укромном месте для вас, там становитесь, активируете фантом, после чего выходите, и вас вообще ваши противники не будут замечать. Так, ну и ходить по воздуху. Давайте продолжим. Вот, зацените. Прыгаем и ходим по воздуху. Зажимаем Shift. Так, ну и бессмертие. Также вот, давайте жмем кнопочку начать спам. И вот, зацените. Мы спамим в чате. Так, ну, думаю, на этом все. Все показал, ребята, вот оружие и так далее. Короче, ссылочка на этот замечательный чит будет под видео описанием. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А на этом все. Всем удачи и пока.